На Южном Урале переменная облачность без осадков, о температуре в городах. В Садке, Златоусте и Верхнем Уфале плюс 18, в Магнитогорске и Карталах плюс 16, в Троицке и Южноуральске плюс 17. Температура воздуха в ближайшие дни. В ночные часы стабильно плюс 10, а в дневные плюс 18, плюс 17. На этом все и желаю вам хорошего настроения. Увидимся на 31-м.